Всем привет! В эфире программа «Музыкальный посредник». Вы смотрите очередной выпуск программы «Посредник». Записки путешественника или ностальгическая поездка на Балтику. Сегодня в программе сюжеты, которые я снял чуть более недели назад во время моей ностальгической поездки к Балтийскому морю в Росток и в Варнемюнде. И песни, которые родились в этом прекрасном курортном городе. И вот еще одна новая старая песня. Одинокий, никем неухоженный куст, длинна рук, длинна ног и длинна волос, с полным сердцем еще неизведанных чувств. Мои корни размыл беспощадный ручей, и все тело покрыло, как кара-кара. Что бы ни делал, я был и остался ничей, только ветром подуло и просьба двора. Я катился по полю, я почувствовал волю, взлетая стремглав. Я дышал чистым небом, глотал облака. Если время придет, я вернусь, а пока. Словно перекати поле в поле чудес, что-то гонит меня и куда-то влечет. Я не чувствую боли, не чувствую вес, продолжаю загадочный этот полет. Горизонт протянулся, как тонкая нить, разделив мир на черный и на голубой. Захотелось ли доли мне соединить мир единый, бескрайний, под яркой звездой. Я катился по полю и пил влагу с трав, я почувствовал воли, взлетая стремглав. Я дышал чистым небом, глотал облака. Если время придет, я вернусь, пока. Мне уже никогда не вернуться назад. Жизнь прошла, и она не воротится спять. Этот фильм никогда не вернется в прокат, пока музыка не заиграет опять. Я родился и рос среди белых берез, одинокий, никем неухоженный куст. Длинна рук, длинна ног и длинна волос, с полным сердцем еще неизведанных чувств. Итак, я сегодня еду в Росток. К сожалению, много пересадок. Я еду на региональных поездах, и моя первая станция – это Ораниенбург. И небольшая панорама, пока я жду поезда. Это вокзал Ораниенбург. Наконец-то я в поезде и отправился в путь. Едем. Погода не очень, осенняя сырость и серость за окном поезда, но настроение все равно приподнятое. Наконец я в Ростоке. Когда-то я прожил в этом городе 5 лет, и многое связано здесь с моими молодостью, работой и музыкой в далеких 80-х.
центр города, ратуша. Это старое здание Шпайхе на Шникманштрассе. Информационное бюро в Ростоке – это был мой первый проект в роли дизайнера интерьеров. Все здесь от ручки входной двери до мебели и освещения было мной спроектировано, а позже воплощено в жизнь. Прошло много лет, и теперь здесь размещается ресторан. Далее мой путь в курортно-пляжный городок Варнемюнде. Впервые я побывал здесь в середине 80-х, и с тех пор люблю этот небольшой морской городок. Все здесь радует мое сердце. Свежий морской ветер, крик чаек, плеск волн, прогулка по набережной, панорама пляжа и моря. Здесь мы, будучи музыкантами группы PSF 96, выступали на танцевальных вечерах, когда я исполнял множество песен на немецком и английском языках. Я спешу навстречу всех участников группы 33 года спустя. Мы встречаемся в музыкальном магазине «Медиатаун», владельцы которого – участники нашей группы. Жизнь – бесконечный круг, встречи в них разлук, успехов и невзгод, лишь время круг замкню. Здесь или вдали нам не уйти от того, что давно нам судьбою суждено. Мы не считали дни, года, календари, не прятались в тени, сгорая от любви. Словно мотыльки были так легки у костра. Жизнь игра, да попали нам крыла. Это была очень приятная и радостная, добрая встреча. Уже вечер, вечерняя набережная. Желаю всем спокойной ночи. Жизнь торопит нашу встречу, чтобы вновь успеть наспеть до утра. Старая рука, словно юность, вернулась к нам и на века. Может быть, песня вновь подарит мне любовь. Пусть оживут мечты, а может быть и ты, друг мой, не успел
забыть, о чем ты пел у костра. Жизнь игра, да подпалили нам крыла. Но снова будут, мой друг, песни сближать наш верный круг. Жизнь подарит радость вечи, если захотеть. Как долог путь назад, мой друг, но истекает час за зуб. Нашу встречу, чтобы вновь успеть нам спеть до утра. С гитарой в руках, словно юность вернулась к нам и на века. Если вам нравятся мои программы и песни, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой видеоканал. Я опять вернусь к тебе, берег мой, одинокий путник, с призрачной мечтой, словно в бесконечном сне, берег мой. Берег мой, я с тобой, мы связаны судьбой, тем парусом парящим по волнам. Берег мой, я с тобой, уставший и седой, спешу к тебе, как
Мальчик мой, я с тобой, мы связаны судьбой, тем парусом парящим. Сейчас я нахожусь в небольшом курортном городе Варнемюнде. Это одно из самых замечательных мест Германии. За мной плещутся волны Балтики. Я ни разу за морем не был, сердце тешит привычная мысль. Там такое же синее небо и такая же сложная жизнь. Может, там веселее и богаче, ярче краски и лето теплей. Только так же от боли там плачут, так же в муках рожают детей. Может, я не совсем понимаю явной выгоды тайных измен. Отчего-то я чаще теряю, ничего не имея взамен. За какими же новыми благами вольным воля спасенному рай? Все бегут, притворяясь бродягами, пилигримы неведомый край. Что задумано, сделано, пройдено, бросишь все, ни о чем не скорбя. Только где-то кончается родина, если родина есть у тебя. Оглянись на прощанье, и вот она, под ногами чужая земля. То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля. На этом моя программа заканчивается. Впереди нас ждет много интересного. Новогодние и рождественские праздники, новые программы и песни. Летят за горизонт. Пора, пора.
уносят в новые места меня из года в год. Пора, пора. И пусть дорога никогда не будет гладкой, и за порогом будет жизнь всегда загадкой. Стучат колеса, пролетают города, звучат сквозь слезы, вьются в памяти года, как стоянут вороньей гаммой провода. Ладони белого листа дрожат семь жалких нот. Пора, пора. Сюжет с началом без конца, прощальный эпизод. Пора, пора. А что готовит по сценарию на завтра? Неведомой судьбы невидимый соавтор. Пролетают города, звучат сквозь слезы, бьются в памяти года, как стоянут вороньей гаммой провода. Чики-таки, чики-так-так, чики-так-так, чики-таки, чики-так-так, чики-так-так. Павел.